Златоустова на Вознесение. Ныне примирение у Бога с родом человеческим. Ныне долговременная вражда прекратилась, и продолжительная война окончилась. Ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде. И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? Это не потому, чтобы владыка был нечеловеколюбив, но потому, что слуга не родив. Не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Надлежит знать причину прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенными чести, подивился человеколюбию почтившего, чтобы ты не думал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерность благодати Его, не переставал постоянно благодарить Его за величие даров. Итак, хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего владыку, человеколюбивого, кроткого, благого, устраивающего все для нашего спасения? Он имел в мыслях некогда совершенно истребить род наш, и так разгневался на нас, что определил погубить нас с женами и детьми, зверями и скотами и со всей землей. Если желаешь, я тебе дам выслушать самое определение. Истреблю, говорит он, с лица земли человеков, которых я сотворил, и зверей, и скотов, ибо я раскаялся, что создал человека. Бытие 6 глава. А дабы ты знал, что он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков, он сказал: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Говорит человеку: конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался, не желая совершить то, что... Господь через перед рабом беседовал с ним, как с равным, себе другом, и объявлял причины предстоящей гибели. Не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделал их более благоразумными. Аминь.